день, друзья! Не смотрите, что мы с полотенцем. Мы собрались не на пляж. Хотя пляжный сезон у нас уже открыт. Мы идем поздравлять новых хозяев шикарного дома. С вами канал «Стройгарант Анапа». Порадуемся вместе с Иваном и Полиной, новыми жильцами. Идемте знакомиться. Здравствуйте! Как у вас здорово! Какие у вас большие члены семьи растут. Конечно. Николь, помашай. Вас приветствует привет. Канал «Стройгарант Анапа». Привет! Тебе можно подарить шарик? Возможно. Можно? Только я могу. Не боишься шариков? Не, я их люблю. Все, дорогие друзья, сегодня мы в гостях у новых владельцев дома. Дом у вас классный, двухэтажный. Наверняка о нем мечтали. Ребята, скажите, откуда приехали? Да, мы вообще приехали из Челябинска. Мы здесь уже 2 года жили и искали как раз недвижимость. И вот случайно нашли «Стройгарант Анапу» и, соответственно, обратились. И буквально сколько? 8 месяцев, да? И дом готов. Ну, около года так. А вы искали именно двухэтажный? Вообще мы нет. Нет? Мы искали просто одноэтажный, но потом посмотрели по ценам и захотелось. Двухэтажный лучше. Как говоришь, аппетит происходит во время еды. То есть вы жили там, где холодно? Да. Сейчас не жарко? Скоро будет 40 градусов. Жарко? Привыкший. Подскажите, сколько квадратов ваш дом? Ну, жилых 106. Жилых 106 квадратов. Классно. Да. Друзья, традиционно мы приходим не с пустыми руками. Это подарок от «Стройгарант Анапа». Держите. Здесь несколько сувениров, спасибо, конфеты, полотенца. Обязательно сходите с ним на пляж. Ребята, скажите, пожалуйста, вот к каким еще компаниям обращались, может быть? Почему оставили выбор именно на компании «Стройгарант Анапа»? Давай, на самом деле обращались ко многим. Мы еще параллельно через риэлтора работали, ну, у нас есть знакомый. Угу. Вот, и, соответственно, мы какие бы ни обращались, во-первых, не ипотека, то условия не подходят, то место не подходит, ну, то есть такое. Да. А здесь вот прям все сложилось в один ключик. Ага. И все подошло? Да. Да. Здорово. Скажите, довольны. Сколько времени живете уже здесь? Неделю. Неделю, неделю, да, вы да, только заехали. Только-только, мы вот вообще еще отмыть ничего до конца там не успели. Самое главное, поставьте кондиционер, скоро будет 40+. Все есть. Уже есть. Все куплено, все есть, да, нам только надо время. Здорово. Скажите, небольшой вот приусадебный участок, собственно, нас часто спрашивают, насколько хватает ли вам земли. Что вы планируете, вот, может быть, какие-то грандиозные наполеоновские планы нам раскроете здесь? На самом деле, мы как бы не скажу, что будем что-то, наверное, супер сажать такое, ну, только такие туйки какие-нибудь, красивые декоративные деревья. А так, чтобы там картошкой или чем-то заниматься? Ну, а пока мы не доросли до этого. Ну, это правильно. Все только начинается, еще дойдете. А вот и какие-то, ну, баню, бассейн, мангальную зону. Есть желание. Мангальную зону, я думаю, где-то тут будем организовывать. Мы пока поэтому еще не закрывали, ничего будем в планах думать, навес ставить, не ставить, да. А так, если будет возможность, конечно, баню обязательно поставить свою. Да, баню. Бассейн может быть такой, как пока резиновый, небольшой, да, да, пока посмотрим. Ага. Опять же, тут море рядом, поэтому. Да, море такое рядом, каждый день можно купаться. Да. А скажите, ну вот малышка подрастает, ей год и два уже, ну уже думаете отправлять детский сад или да, нет? Уже хотим. Уже хоть сегодня. Хоть сейчас забирайте. А вы вообще изучали ситуацию отсюда, насколько далеко детский сад? Нет, недалеко. Вот жена прям на днях, наверное, изучала, сказала, вот через дорогу. В пешей доступности. Дорогу переходишь и садик. И сразу детский сад. И школа есть в Стрелке. Да, да, и школа, и садик. Здесь прям все есть. Магниты, все, магазин точнее. Валберис Озон. Валберис Озон, КБ. Самое главное, да. Все, что есть там. Это все есть. Шесть квадратов для семьи из трех человек. Типа вот этой террасы 140 идет. С террасой 140? Да, так 106. А вы планируете как-то модифицировать террасу, сделать навес? Ну, вот в будущем думаем, как бы хочется здесь мангал поставить, какие-то стульчики, чтобы можно было сидеть. И, я не знаю, может, тент натянуть какой-то, либо, опять же, навес, чтобы дождь просто не сдувал. Классно. Здесь, потому что ветра бывают сильные иногда. Да, бывает сильные. Песочек. Это мешает. Ребята, если не секрет, вот нашу компанию посоветуете кому-то другим? Я может думаю, быть, да. Ваши друзья, знакомые тоже захотят переехать? Если люди, как мы, которым, честно, ну, некогда заниматься ремонтом и особого желания нет, то это, мне кажется, лучший вариант. Потому что ты образно выбрал все, что тебе нужно. Вот мне жена не даст соврать. Ага. Под ее вкус тяжело подобрать что-то. Да, у вас. Вот. И, соответственно, мы это все объяснили, нам быстро все построили, сделали. Ну, понятно, бывают нюансы там какие-то небольшие. Так, решаемые? Все решаемые вообще. Решаемые. Да. То есть вам все нравится? Абсолютно. Ну, это самое главное.
скажите, сколько в доме комнат вот на первом и на втором этаже? 4, если ванны не считаем, 4. 4 комнаты. И зал, да. А санузел есть и на первом, и на, втором этаже. Да, да, да. Классно. Две комнаты это что? А, здесь спальня. Это гостевая, это туалет, это зал. Ага. И стиральную машинку вы расположили под лестницей, она да? Она специально подведена по проекту, чтобы не занимала место. Есть еще на втором этаже, ну, нам пока одной хватит. Но это устраивает, что машинка абсолютно под лестницей? Абсолютно так и есть, нам, не чтобы страшно. Не занимать. То есть, ну, мы можем посмотреть туалет, он как бы не сильно огромного размера. Просто нас иногда спрашивает, почему машинка под лестницей предусмотрена. Ну, то есть, все она здорово, удобна. Да? Она просто он просторный, как вот бы, санузел. Вот можете посмотреть, мы там просто сейчас вытяжку делаем. Вот недавно делали ролик тоже о лестницах. Широкие ступени, комфортно подниматься. Да. Малышка тоже бывает. Да, мы ах ты. Загораживаемся, ага. Пытаемся от нее, чтобы, не получается, везде лезешь. Чтобы она не поднималась, ей очень хочется, да? Туда, да. Интересно, вот нестандартное цветовое решение, действительно очень классно. Я такое еще не видела в наших проектах. Лестница в основном либо под дерево, либо черная, а у вас так интересно. Вот она обыграна, да. Да, обыграна. Под светлый тон и под темный. Ребята, второй этаж тоже такой же просторный. Сколько комнат здесь, расскажите? Здесь у нас идет 3 комнаты и 1 санузел. Вот, соответственно, 3 жилых комнаты и санузел. Ну, есть стандартные выключатели, как мы говорили ранее. Да-да-да. Это лестница, коридор. И вытяжка, и свет в ванной. Вот. Ну, можем, если хотите. Слушайте, так много жилого пространства. Вы планируете принимать гостей? С севера приедут друзья, наверное, да? В августе. А, 8 человек. Обалдеть. Будет где разместить, да? И это только детей, да? И это только детей. Какую комнату можно посмотреть? Любую. Какая не секретная? Слушайте, а вот скошенный потолок, ничего, что? Вот не я низко? Вообще не дает. Вот если нет, ростом встать туда, сюда шкафы большие нет. Входят. О, классно. Да, да, под 1,60 м с чем-то там, да, идет? Натяжной? 64. Потолок натяжной? Да, все, да? Везде полностью. И я смотрю, он матовый здесь, да? Матовый. Да. Ну, непрозрачный, да. Не глянцевый. Не глянцевый. Есть глянец, да, есть мат. Ой, здорово. Друзья, сегодня мы побывали в гостях в замечательном доме. В доме в теплом, даже не потому, что здесь теплый пол, а потому, что здесь живет тепло, любовь и уют. Это замечательные ребята Полина, Иван и... Николь. Николь, где ты? Мы очень рады за вас, мы рады, что вам все нравится. Я надеюсь, что и при любой ситуации, при которой вы обратитесь в Стройгарант Анапа, вам не откажут. Кошка зашла в этот дом первой, значит, все у вас получится. Спасибо, да. Ребята. С вами канал Стройгарант Анапа. Если и вы, как эта замечательная молодая семья, тоже хотите дом на юге, дом, в котором живет любовь, тепло и счастье, это к нам. Позвоните. Мы обязательно проведем для вас экскурсию, может быть, видеоэкскурсию, если вы на севере. И один из наших домов вам точно понравится. Звоните. Пока-пока.